приветствую. Есть что показать. Не вот что прям вот новость такая, а так как бы чисто символически. Ну что, я тут с ножами пока все еще ковыряюсь, конечно. Но у меня небольшой просвет. И стоит выбор, что дальше производить. То ли мне производить ножи еще, чтобы поддерживать в тонусе свою мастерскую. Или производить бритвы. Ну, я просто не знаю, что производить, какие производить. То есть, если бы что-то там вот по России что-то у меня расходилось, то я точно знал, что нужно сделать. Да, мне, конечно, скоро поступит заказ в Европу. Надо будет сделать бритвок. Но там все просто. Там варианты такие, сейчас покажу. Там варианты вот такие. Обыкновенные. Классика. Вот такие там идут. Одни и те же они в основном. Поэтому сделаю маленько, может, это вздохну, как говорится, с облегчением, надеюсь. Потому что они платят хорошо, платят как за готовую бритву, хотя им отправляются только клинки без оправ. Вот. Ну что ж, посмотрим. А то у меня даже сейчас в разделе, как его там, товар недели, нечего выставить, потому что нет средств на то, чтобы компенсировать там эту скидку приличную. Ладно. Будем живы, как говорится, не помрем. С ножами показывать, в принципе, нечего. Я уже все, что сделал, все отдал. Уже процентов 80 из того, что я сделал по ножам, у меня уже продано. То есть не я продавал, продавали ножовщики. У них уже большинство уже продано. Вот, с этого копейка капает. Я тут закупаю где-то инструмент, где-то тут расплачиваюсь. У меня тут за электричество за 3 месяца было, оказывается, висяк. За него отдал, то есть туда-сюда. Деньги ходом идут. Это вот единственный, который у меня остался. Вон там шпенек хотел показать. Это чтобы острием нож никогда не коснулся. Но тут у меня ошибка получилась какая. Я заранее не подумал, где будут магниты. И поэтому я просто не нашел места, куда их ткнуть, какие у меня есть. А у меня там есть 5-8 миллиметровый диаметр. Поэтому заказал более маленький диаметр и буду втыкать сюда. Где-то буду находить. А так все за счет пазов держится. То есть четко вставляются в пазы и ни туда, ни сюда. Вот. Если нажать на кончик, то так вот он вынется. Это вот U10. Моя сталёга кованая. Маленько даже запылилась уже. Ну что скажу. Нож как нож. Ничего тут особенного такого нет. Это корейская стабилизированная береза. Латунные крепления на клепках. Втулка для темляка. Не знаю, я в них не вижу какого-то такого, ах, чтобы душу грело. Просто как-то нормальный, правильный. Хорошо закален, хорошо прокован. Не перегрет ни разу. То есть, чтобы все было чинно, правильно. Потому что я знаю, что когда делаются партии там ножей, их перегревают не один раз. И это важно, когда вот убираешь нож, то есть посоветоваться, если там есть честные люди, допустим, то лучше посоветоваться и уточнить, мол, какая железка не перегрета, какая правильно сделана, какая неправильно, чтобы отличить ширпотреб от путной вещи. Да, заточил я тоже сам. Тоненько такая подводка вышла. Ну, я тут и подвод делал тонкий. Потом на ремешке я так покатал, ах. Шик. В общем, заточка шик. Ну, это ладно. Ножи ножами. Ежи ежами, как говорится. Вот. Ну, как-то все тут смотрел. У меня просвет получился в 1,5 дня. Думаю, что это я для ножей это все делаю. А для своих бритвок-то нет. И как-то вот тут решил пару шкатулок сделать. Одна шкатулка у меня производится вот с такой же корейской березы. Она сейчас у меня там пролачена изнутри и сохнет. Даже не знаю, стоит ли показывать. Вот. То есть, и вторая шкатулка, вот эта вот,
древесина какая-то жаскучая такая, Ола какое-то название. Я потом, может, подпишу где-то здесь вот на видео, там какая-то Ола, Оля-ля. Вот, очень жесткая древесина, потому что это на всечке я прочувствовал. Да, делаю вот такую вот всечку. Это серебром. И потом такие вот ягодки, как бы там вот миллиметровые и двухмиллиметровые. То есть одни будут красноватые ягодки, а другие будут типа золотые. Ну, это латунь. Вообще, если честно, мне вот это занятие очень нравится. Вот такими вещами заниматься. Ну, очень нравится. Больше, чем даже вот там любые шкатулки, там какие-то делать, что-то еще. Но вот всегда хочется сказать одно, что это работа для пенсионеров. Почему для пенсионеров? Да потому что то есть сидишь кропотно тут, ковыряешься, подгоняешь, представляешь, то есть как ты это все видишь, и тут часы, дни идут, то есть как бы, а дело чуть-чуть сдвигается только всего лишь. И это вот очень хорошо, кому, у кого там, допустим, пенсия капает, ему никуда спешить не нужно, ему зарабатывать деньги, их добывать, бегать не нужно. И вот он занимается, вот пенсионер, вот такой штукой. Для меня маленько диковато вот этот момент осознавать, но дело такое, не знаю, по душе пришлось прям реально. Ну что ж, давайте покажу. Это вот карбоновые обкладки. Ну, как их называют, пинные, мозаичные. Вот. Они в обкладке из карбона. Там магниты тоже. Вот так вот открывается. Еще маленько, чуть туговато. И вот так она, как говорится, изнутри смотрится. Для чего я сделал вот эти вот фиговинки? На той шкатулке, которая сохнет, тоже у меня есть такая вот, есть продольная фиговинка. Выборка, так сказать. Делал для того, что у меня уже раза два сказали, мол, а, так ты их не вручную делаешь, шкатулки, ты говорит, ты их ручным фрезером покатал, да и все. Вот я доказать то, что я не ручным фрезером катаю. То есть вот это вот ручным фрезером мне изготавливается. Вот эти вот такие вот лабиринты, как бы так называемые. Его не сделаешь ручным фрезером. Причем настолько точно, у меня есть прямо до десятых доли миллиметра. Вот. Можете замерить, то есть все будет идеально точно. Это доказывает то, что это делается не ЧПУ, не ручным фрезером. Это делается все вручную. Но в помощь мне ручной фрезерок маленький, который я сам собрал. Вот. На нем я выгоняю такие точные вещи, чтобы прям вот где-то десятки прям нужны, там миллиметров, чтобы они все у меня выходили вот так вот, как бы. Вот по бритвам у меня заготовок вот, наверное, тут сотня лежит, то есть реально где-то сотня вот такими вот пачками лежат. Вот такие недавно делал, то есть, ну, вот комиссориев, я не знаю, это можно показывать тут бесконечно практически, очень долго видео будет. У меня их тут вот таких вот пачек, давайте просто считай пачек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 пачек заготовок на бритвы. Но они лежат, и я не знаю, за что взяться и браться ли пока что. Поэтому вот так вот. У меня еще тут две пачечки таких вот лежит. Это вот на Европу. Но это когда сейчас уточнится, что нужно именно делать, пока сделаю, то есть тут время уйдет еще столько еще. Но там, что мне уже радует, что там не одна вторая будет, а одна четвертая вогнутость у бритв, а это мне попроще и чуть дешевле. Вот. Надеюсь, они меня слушают. Ну что ж, чем мне еще с вами поделиться? Да, в принципе-то и нечем. Было предложение мне тут обзор сделать, Александр предложил, Александр Бадулай, ножей, именно которых я произвожу. А я как-то
знаете, что да, ну, нет какого-то такого рвения вот этого сделать. Нет. Я ей как-то произвел, сразу отдал. Вот, оживщики продают дальше там, а я вот так вот. Думал тоже на своем сайте развешивать эти же модельки. У меня, в принципе, есть такой вариант. Но как-то сайт будет захламлен, то есть там бритвы будут у меня получаться, аксессуары, там ножи. Как говорится, останется только еще добавить там памперсы, зубные щетки и так далее, как говорится. И будет типа Алиэкспресс. Алиэкспресс. Потому что там будет все. А у меня узкая направленность, то есть то, что я люблю делать, это бритвы, и оказалось, я еще люблю делать инкрустацию. Это да. Вот. Даже вот на ножах, которые вот буду, если буду делать вот в ближайшее время, золотишком обещал тоже им порисовать. Все для этого готовлю. Хотя изначально, в принципе, я этим хотел заниматься только с бритвами. Ну, опять же, посмотрим. Мне больше, в принципе, нечего вам показать и рассказать. Пока вот так, как есть. Все. Извиняюсь, что отнял у вас время, ваше личное. Вот на такую какую-то ерунду по мелочи, да? Вот. Вот. Хотя бы вот показал, что делаю бритовком. Вот такую делаю вот, и вот такая вот бритовком. И уж там не знаю, буду комплектовать бритвами или просто отдельно, пока сам не знаю. Все, до свидания. Спасибо за внимание.